Всем привет! С вами канал Территория Мужчин, и мы продолжаем рубрику «Домашний мастер». В данном видео мы будем менять аккумулятор от электробритвы Микма. Вот такая электробритва Микма 115. Она у меня служила верой и правдой, чтобы не солгать, минимум 12-13 лет. За это время аккумулятор полностью умер, и я решил ее реанимировать. У меня есть новая бритва Philips, которую я использую в основном, но и этой бритвой я иногда пользуюсь. Поэтому я решил ее реанимировать. Для начала раскрутим бритву и посмотрим, что же там в середине. Аккуратно открываем крышку и смотрим, что здесь в середине. Вот этот злосчастный аккумулятор, который мы и будем сегодня менять. Посмотрим его характеристики. Никель-кадмиевый аккумулятор, размер АА. 1,2 вольта, 800 миллиампер часов. В прошлом видео я вам рассказывал про очередную посылочку из Китая, а именно аккумулятор. Вот этот аккумулятор мы и будем сегодня менять. Параметры его точно такие же, только емкость его не 800, а 900 миллиампер часов. Вот такой аккумулятор у нас. По размерам он чуточку на 2 миллиметра больше, чем наш. Но это все исправимо. Для начала займемся самим аккумулятором. Возьмем его, распечатаем. Так как мы здесь будем припаивать контакты, нам надо эти площадочки залудить, что мы собственно сейчас и сделаем. Возьмем, нагреем паяльник. В качестве флюса будем использовать вот такой флюс для пайки печатных плат. И залудим контакты. При помощи зубочистки нанесем небольшую каплю флюса, вот такую, и нанесем припой. Вот такая аккуратная капля получилась. Обратите внимание, перегревать аккумулятор не стоит, потому что он может выйти из строя. Теперь такое же самое сделаем на этом конце. Капаем. Много-много. Так, капля есть. Опять же берем паяльник и капаем припоем. Вот получилась тоже такая красивая паечка. На этом наша пайка временно закончена. Теперь будем демонтировать этот аккумулятор и ставить другой. Далее для удобства нам нужно разобрать еще больше нашу с вами электробритву.
резиночки аккуратно снимаются, отлаживаются. Вот, откручиваем этот винтик, который держит плату. Винтики не теряем. И аккуратно разбираем. Электробритву. Теперь все снимается. Немного осталось грязи. Так. Скотч этот демонтируем. Он нам не нужен. Вот, более-менее разобрали. Теперь нам надо демонтировать этот аккумулятор. Сейчас мы аккуратненько паяльником выпаяем наш аккумулятор. Вот здесь и здесь. Припаяем к новому аккумулятору новые контакты. В качестве новых контактов я использую вот такую медную проволоку. Все поставим на место, запаяем и соберем. Аккуратненько пробуем отпаивать наш аккумулятор. Одна сторона отпаялась, нагреваем вторую. Оп, вот наш аккумулятор здесь. Стоит не забыть полярность. Все, это готово. Теперь нам остается припаять к нашим новым аккумуляторам проводки. Вот я их уже предварительно залудил. Остается их только припаять. Для этой цели мы возьмем плоскогубцы, чтобы было одной рукой удобнее паять. Вот примерно так сделаем. Ну, как-то так. Припаяли одну сторону. Так, это сделали. Теперь откусываем лишние проводки. Аккуратно закручиваем потрепанные края и ставим на место наш аккумулятор. Он должен стоять вот так. Вот. Так получилось нам установить.
Далее кончики загинаем. Берем наш флюс, капаем по капле флюса и все это фиксируем припоем. Фиксируем другую. Вот так. И здесь чуть-чуть. Вот так получилось у нас запаять. Далее нам эти края нужно аккуратненько обрезать. Вот. Далее будем, собственно, собирать саму нашу бритву. Этот аккумулятор нам уже не пригодится. Его можно выбросить. Пробуем собирать. Для начала закрутим маленькие винтики. Один и второй. Далее будем пробовать ставить саму головку. Вот. Аккумулятор поставлен. Половина крышки установлена. Устанавливаем вторую половину крышки. Резиночки уже у нас от старости начинают сыпаться. Но на работу это никак не влияет. Аккуратненько ставим резиночки. Вот, как-то так. Теперь нам остается только закрутить винты. Раньше наша электробритва даже не включалась. С новым аккумулятором, даже с той зарядкой, которая ко мне пришла, вот как видите, бритва работает отлично. На этом все. С вами был канал Территория мужчин. Всем пока!